Здравствуйте, дорогие друзья! Сделаем кораблик. Простая моделька. Делается легко. Такой необычный. Здесь у нас раздвоенный на конце. Давайте начнем. Берем лист формата А4. Делаем из него квадрат. Эту линию на эту линию. Разворачиваем, делаем еще раз то же самое. Обозначим центр. Все углы закладываем к центру. Но я чуть-чуть не дохожу, капельку. Вот чуть-чуть не дохожу, чтобы слишком плотно не было. Потом будет не очень удобно загибать. Переворачиваем лист на другую сторону. И опять все углы. 4 штуки к центру закладываем. Тоже чуть-чуть я не дохожу до центра. И здесь надо придерживать, бумага топорщится. Подравниваем. Вот здесь у меня не сильно плотно. Отгибаем углы, эту линию на эту линию, придерживаем, чтобы не сдвигался с места треугольник. Тоже здесь делаем не сильно плотненько и проглаживаем только вот эту часть. Эту линию сюда делаем то же самое. Не сильно плотненько соединяем и тоже проглаживаем только этот отрезок. Угольник толкаем. Здесь у нас будет линия сгиба. У нас эта линия ложится на эту линию. Проглаживаем только вот эту часть. Делаем здесь то же самое. Все, кораблик наш готов. Здесь только вверх выталкиваем треугольничек. Еще разочек прижмем, подровняем. И получается такой кораблик с
Спасибо большое, что смотрели. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. С вами был Жигулев Алексей. До скорой встречи. Пока. В следующем видео сделаем истребитель из «Звездных войн». Делается легко. Получается симпатичный.